Добрый вечер. Okay. Welcome. Ой. Цезарь, мне... Just give me a second. Мне очень нужна твоя помощь и совет. I need your help and advice very much. У меня проблема на пустом месте. I have a problem and actually it's for nothing. Then? Ну, если на пустом месте, тогда... Тогда все. Я пошла работать. I started to work. Большое проблема. The problems are here only. Все проблемы здесь. Therefore, there are no problems. Они существуют только здесь, и поэтому это совсем не проблема. If you get rid of the idea, I have a problem, there is no problem. Когда ты избавляешься от идеи, что у меня есть проблема, тогда нет проблем. А как мне быть? Что мне делать? Then what to do? How should I be? If there is no problem, what is there to be done? Ай, когда нет проблем, тогда нечего делать. It's like if I tell you, can you please? Зачем что-то делать, если нет проблем? Can I, if I tell you, could you please clean the window between you and me? Допустим, если я тебе скажу, пожалуйста, ты можешь вытереть стекло между мной и тобою? It's not there. Ну, этого же нет. How can you do something about it? То есть я тебе скажу, вытри стекло, а нет никакого стекла. Как ты можешь сделать что-то с чем-то, чего нет? Цезарь, у меня такая тупость, что я просто не понимаю этого. Цезар, I'm experiencing such dullness, I cannot understand anything now. No, this is not dullness. Это не тупость. It's not dullness. На самом деле, это не тупость. This is freedom. Это свобода. This is not dull. Dal is what the Indians eat, you see? Dal, this is what the Indians eat. Это игра здесь слов, что твое состояние вялое, ты не дал, ты не то, что кушают индусы. Это такое блюдо есть индийское, дал. И слово тупой в английском звучит точно так же. Imagine that, okay, there is dullness, okay? Ну или, допустим, представь, да, есть некая тупость, такое притупленное состояние. Чего-чего? What's the problem? В чем проблема? Only you think it's a problem. It's a problem. Проблема появляется только тогда, когда ты думаешь, что это проблема.
See, and even if you think it's a problem, it's still it's not a problem. It's just an experience. It's a passing cloud. Но даже если ты все-таки думаешь, что это проблема, все равно по сути это не проблема. Это просто некое облако, которое проплывает сейчас мимо. Хорошо. Давайте я сначала скажу, что это за проблема, и тогда я от нее освобожусь. Okay, then let me first to tell you what is the problem, and then I will be free. You will tell me a story. Ты мне не о проблеме расскажешь, ты мне расскажешь историю. And then you are putting a level on that story. This is a problem. А потом ты такую навесишь оценку на эту историю. Вот история, и эта история — это проблема. The story is not the problem. А история не проблема. The idea that it is a problem apparently is a problem. Проблема в том, что есть представление, что история — это проблема. Everybody has a story. История есть у всех нас. And it is okay. Ничего с этим не поделаешь. The story is going to be there for the rest of your life. До конца жизни история будет происходить. See, but the drama finishes. Но что прекращается, это драмы по поводу. I also have my own stories. Но у меня тоже есть истории. See, ups and downs. Мои взлеты и падения. Gain and losing. Мои удачи, мои неудачи. Succeeding, failing. Что-то получается, что-то не получается. See, getting married, getting divorced, I don't know, whatever. Ну, всякое происходит, там женишься, разводишься, ну не знаю даже. Illnesses, all this is just passing clouds, experiences in consciousness. Но все это лишь облака, проплывающие мимо, то есть некие опыты, переживания, которые происходят в сознании. You can say, well, the situation is very unpleasant. Why not? Можно так сказать. Данная ситуация очень неприятная. You don't deny the nature or the quality of the experiences. То есть не нужно отказываться от того, что переживания, опыты, они обладают какими-то качествами. You can say, oh, Jesus, it's so painful, I'm telling you. Или можно сказать, Господи, это так больно. Mm-hmm. But is it a problem? Но проблема ли это? No. Нет. I remember reading the story of Ramana Maharshi. Помню, однажды я читал историю о Рамане Махарше. His physical form was a complete mess. Его физическое состояние было в полном упадке. See? And then he was suffering from rheumatism and circulation problems and so many physical uncomfortable conditions. И он страдал от многих физических нарушений, ревматизм и проблемы с кровообращением и так далее, и так далее. And then there was an attendant that was giving massage, you know, pressing his legs. И у него также был помощник, который однажды массировал его ноги. But this attendant was quite emotional. Но этот помощник, он был слегка так эмоциональный. And then he was looking at the face of the Maharshi in a state of self-imposed excitement. И вот однажды он делал массаж Рамане, но с таким возбуждением и ликованием, что он делает массаж самому Рамане. And then he forgot to move his hand. He was pressing all the time in the same place. И он в этом возбуждении, восторге, он забыл в какой-то момент передвинуть свои руки и все давил и давил на одну точку. And then eventually the Maharshi shout, "Ow!" И в конце концов Рамана не выдержал и вскрикнул. See, and the attendant literally jumped out of his skin. И помощник просто выпрыгнул из кожи. And ran away. И убежал. And didn't approach to the Maharshi for days. И несколько дней даже боялся приближаться к Рамане. He was hiding all the time. Прятался от него. And the Maharshi called him, "Come here. What's wrong with you? Why are you so far?" Наконец Рамана его позвал. Эй, ты, подойди сюда. Что с тобой? Не так. Ah, you were angry with me, you know. И помощник отвечает: "Ну ты так рассердился на меня." And then a very sweet, kind way, laughing, say, "I'm not angry with you." И Рамана ему очень мило и ласково ответил: "Да не сердился я на тебя." You were just enchanted by I don't know why. You pressing the same place was painful and just reacted. No, it's natural. Ты просто настолько был захвачен процессом, что в какой-то момент так мне нажал, что стало очень больно. Я вскрикнул. Такая реакция. For the Maharshi was not a problem. То есть для Махарши все это не представляло никакой проблемы. See, the problem was for the attendant. Проблема была для помощника.
What is the problem now, anyway? А сейчас где эта проблема? See? You look so happy. Ты выглядишь такой счастливой. Man, why don't you leave it like that? Почему бы тебе не остаться вот так, как есть? Я еще раз так сделаю больно. And what if? What if I don't know? Что если я не знаю? I cannot answer question that start with what if. It's impossible. Nobody can answer that starts with what if. Я не могу ответить на вопросы, которые начинаются с что если, и никто не может дать ответы на такие вопросы. А что если? How can you give a concrete answer to a hypothetical question? Как вообще возможно дать определенный ответ на какой-то гипотетический вопрос? Cesar, what are you going to do tomorrow? I don't know. Цезарь, что ты будешь делать завтра? Я отвечаю, не знаю. Whatever I say will be a speculation. Потому что, что бы я ни сказал, это останется умозаключением. I can have my little plan. Why not? Ну, какой-то небольшой план у меня может существовать. But I can drop that now. You can drop that. I can drop that now. Но я сразу же могу от этого отказаться. So all what I told you was just basically hallucination. Короче, все, что я тебе уже сказал, это в принципе галлюцинации. You want to plan? See? What if I don't know? То есть я не знаю, а что если? I have to wait to see if I am in that situation, and then I have to wait to see how is going to be the response to that situation. То есть я должен подождать, когда я окажусь в такой ситуации, если я окажусь в ней, и какой будет моя реакция вот в такой-то ситуации. And the purpose of this talk is for you to start noticing these qualities of thoughts. И целью этих встреч, бесед, как раз это и заключается, чтобы вы научились. Чтобы ты научился замечать мысли вот именно такого рода. This is it. Вот оно. That's all. И все. If all what you have is this moment as it is, that's all. Вот это все и есть все, что есть у тебя в данный момент, ничего больше. Everything else is just mental projection. А все остальное это уже ментальные проекции. To the past or to the future. Проекции либо в прошлое, либо в будущее. Future doesn't exist. Будущее не существует. The problem with the future is that never happens. Проблема с будущим, что оно никогда не наступает. It never happens. It will never happen. Никогда не произойдет, никогда не случится. Tomorrow never comes. Завтра никогда не наступает. Because when it comes, it's already today. You see? Потому что когда оно наступает, это уже сегодня. It's already now. Это уже сейчас. Then. And now I need a piece of advice. All right. Хорошо. More. Еще. This is not because advice has been given to you all the way through. Еще все это время давали советы. You need more advice, maybe. То есть еще нужно. Advice is already. Один. A dream. One piece of advice. A dream. A dream doesn't. Mean, no, a dream doesn't mean one piece of advice. A dream means something else, no? Один is one. A dream. A dream. A dream is one. A dream is one. Oh. Договорились. I'm listening. Хорошо. Окей. Давай. Давай, давай. I'm listening. Me too. Вот я преподаю в школе, то есть начала преподавать в школе физкультуру. И вот, когда я начинается урок, и я... What did you say? И...
У меня из-за этого возникла куча вопросов сразу, когда я начала преподавать. Recently I started giving classes of physical exercises in a school. So when I started, I got thousands of questions. Да. И у меня такой вот, когда начинается вот урок, и я встаю вот в зале перед ними, у меня наступает такое секундное вот замешательство, как будто я совершенно не понимаю, что надо делать. При том, при всем, что я знаю программу, как бы что давать. И я открываю рот, смотрю в их голубые глаза и думаю, что вот мне что-то надо сказать, а при этом я вдруг теряю какую-то вот нить и говорю им, да, бегите там 5 кругов, там отжиматься, делать. И после этого вот я вхожу как бы в этот ритм, но мне становится после этого как-то плохо. И я хочу понять, что я как бы... Как бы они радостно бегают, прыгают. Но мне-то как будто я чего-то не говорю. То, что надо сказать. Что это такое? В этом весь мой вопрос. So I'm a teacher. I'm a teacher of physical culture. And I know what to do. I know what is the program. And every time the class starts, I am in front of children, completely stuck. I don't know what to do, what to say. And then what I do, normally I tell them, you must run 5 circles. And while they are running, I relax. Okay, that is the story. Now, what is the question? В чем вопрос? And she said, you know, actually children are completely happy. Yes. But I am stuck in all the situation. Uh-huh. Yes, who is stuck? The question is this moment before a class. I feel totally, completely stuck. I know what to do, what I'm supposed to do. But every time I feel like, not really knowing what to do, and then I say, okay, for a while you do something else. While I put myself together. Мне просто дело в том, что если бы не было вот этого чувства вот тяжести, почему-то оно накапливается, как будто я вот чего-то вот как бы, знаете, вот я поняла, что в результате всего, что я говорю. And the thing is that I really feel bad about that, about such situation, and it's going on and going on, and this sense of heaviness is increasing. Как будто я, вот я поняла, что как будто я разговариваю с ними на каком-то таком странном мертвом языке человеческом, на котором вот мне хочется что-то им сказать, при том, при всем, что это мы будем заниматься, там бегать, прыгать, отжиматься, но как будто я должна им сказать на каком-то таком живом языке, который у нас у всех существует, но мы почему-то все говорим на каком-то мертвом языке. Это я с ними только это поняла. And что you know, мы, what да. I realized with these children, that what how I want to address them, it's like a dead language. Like I want to tell them, let's run, let's do this and that. But actually my language is dead, and I have a feeling that I actually must use another language, a live language. Then why don't you use it? Ну а почему бы вам тогда не говорить с ними на живом языке? I come, see, we are facing the same situation. Мы с тобой на самом деле сталкиваемся с одной и той же ситуацией. I give talks 5 days a week. 5 дней в неделю я провожу такие встречи. Basically 52 weeks a year. Практически 52 недели в году. If it's not here, it's on internet, on Skype, emails, whatever. Если это не вот так в зале, то это или по интернету, или по Skype. But if you are, if your mind is quiet. Когда твой ум спокойный. Not from practical thinking, but from ideas. И когда он
свободен не от практических мыслей, а от идей, от представлений. Then you will be able to deal with any situation in a very alive, fresh way, like a new language, one can say. И вот тогда у тебя будет возможность в любой ситуации поступать таким живым способом, так сказать, совершать все в жизни на живом языке, если можно так сказать. Но мне при этом надо будет освободиться от системных мыслей, я так поняла. Then I have to get rid of the systematical thoughts, of the thoughts taken from the system. No, practical thinking is not a problem. She means thinking, which is connected, which is conditioned by the system. Hold on a second. Mm-hmm. Practical thinking, technological thinking, scientific thinking is not. This kind of conditioning is perfectly all right. Обусловленность научного, технического и практического характера, с ней все нормально. И с мыслями такого рода тоже все в порядке, когда это нечто научное, там, практичное и так далее. If you go to Japan, they will show you a technique, you know, how to eat in Japan with chopsticks. Допустим, если ты попадешь в Японию, тебя обучат технике, как есть с помощью палочек. То есть это техника, это... I am in Russia now. Сейчас я в России. I was born in South America. It's nice and warm, basically all the time. А рожден я был в Южной Америке, где практически круглый год хорошо и тепло. Here is very cold. А здесь очень холодно. And then somebody gave me a technique. You get some winter underwear, and then you get these qualities of shoes, this quality, and you're gonna be fine. И в какой-то момент мне кто-то поделился со мной техническими знаниями. Нужно носить вот столько-то одежды, вот такой-то тип одежды и вот такой-то тип обуви. И теперь все нормально. Then a yoga teacher teaches me, this is a technique. You do this, and the physical condition can improve. You're gonna feel better, more energy, whatever. That's fine, no problem. Встретился учитель йоги, который тоже передал мне технические знания. Если ты будешь заниматься этим и этим, ты будешь хорошо себя чувствовать, и со здоровьем все будет в порядке. То есть в таком нет никаких проблем. The question is any of that going to make you feel happy? It's going to make you better, to be a better person, or there is love, or there is peace in there? No? Вопрос, все это, даже техническое, сделает ли оно тебя счастливым? Может ли дать оно тебе покой? Ответ, конечно же, нет. And this is what you call system. И вот это ты называешь системой. Get this, and you're gonna be happy. Это когда заполучи вот это, и ты будешь счастлива. See, I'll tell you something. Я сейчас кое-что тебе скажу. I was working for a foreign company. Я однажды работал на иностранную компанию. That was the only job that I got. I was maybe 19 years old. Мне было, по-моему, 19 лет. Это была единственная такая серьезная работа. I was living in paradise. Я находился в раю. Beautiful island in the Caribbean Sea. Я жил в раю на прекрасном озере в Карибском море. And then I was sent to the city to study university. Затем меня послали в город учиться в университете. So from heaven to hell. Получается, из рая я попал в ад. And at some point I needed a job. И в какой-то момент мне понадобилась работа. And then I got this job in this company that was making cooking pots. И я получил вот эту вот работу в компании, которая занималась производством кастрюль. Amazing cooking pots, I should say, fantastic cooking pots. Замечательных кастрюль прекрасного качества. Perhaps the best cooking pots in the entire universe. А может быть, они делали самые лучшие кастрюли в мире. There was no question about the good quality of the equipment, you know. И оборудование там было самое чудесное, никаких вопросов. But никаких проблем. Then you have to go door by door. You see, tick, selling your cooking pots. Но в чем была работа? Нужно было ходить от двери к двери и продавать эти кастрюли. But before you go to the street to sell, you every day have to go to the office to have a meeting. Но каждый день перед непосредственно процессом продавания нужно было ходить на встречи в офис. But when you are in this meeting, you will feel that you are in the church.
И когда на этих встречах такое было впечатление, что мы в церкви. See, that you are in kind of a sect. Как будто бы в какой-то секте. Okay. And they will wash your brain completely. Там занимались постоянно промывкой мозгов. They will make you sing a song, which is basically to repeat a mantra or a prayer. Нас заставляли напевать одну и ту же песню, и это фактически было как напевание или то ли молитвенных песен, то ли мантр. Suppose that the name of the cooking pots are super cooking pots. Допустим, вот название этой компании, этих кастрюль, супер кастрюльки. And everybody have to sing, I have the spirit of the super cooking pot in my head, in my heart, la 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 la, I have the spirit of, I'm telling you. И представляете, нам приходилось напевать «Дух супер кастрюльки со мной, дух супер кастрюльки со мной, ля-ля-ля-ля-ля-ля». Okay, and yes, so the sailing strategy, the guy says, you are not sailing cooking pot, you are sailing an idea. И стратегия продаж в этой компании была такая. Нам этот человек объяснял, вы не кастрюльки продаете, вы продаете идею. What is your idea? А какую? Without these cooking pots, your life is not going to be the same. Что без этой кастрюльки твоя жизнь просто не будет такой, какая она должна быть. See? That is what you call system. Вот это то, что ты называешь... система. Mm-hmm. Cooking pot, fantastic, no problem. Сами кастрюли были замечательные. Excellent quality. Прекрасное качество. Will I be more happy? Will I be more in peace? Experience more love or something? Not at all. Ну, неужели я буду более счастливым, испытывать больше покоя и любви за счет этой кастрюли? My food can perhaps be better cooked, faster or whatever, but. Возможно, сама еда, приготовленная в такой кастрюле, будет вкуснее или будет готовиться быстрее, но не более. See, it's like, oh, worldly life, all these worldly matters and all that stuff. A job is a job. А потому что иногда у нас начинается, ой, ну вся эта мирская жизнь, все это мирские материи, это такое все. Ну, а работа, она остается работой. You know, when people already had the cooking pot, you know what we would do just to be able to get some money. I didn't hear. You know what we used to do to get money when the people say, just to get rid of you, listen, I have the cooking pot, you see, I bought them already, can you please get out of here? This is what they were trying to say. People, yeah? Yeah, yeah, yeah. Selling. Иногда люди, когда мы приходили к ним продавать кастрюльки, знаете, что они делали, чтобы избавиться? Они доставали какую-то кастрюлю и говорили, у меня уже такая есть. Then you say, do you have the guarantee? А мы могли говорить о гарантии. Они у вас гарантии? I say yes, of course. Did you read it? You know that we, the company, can give kind of a maintenance treatment to the cooking pots. И мы могли продолжить, если это не получалось. Наша компания может рассказать вам, а как ухаживать за этими кастрюлями. And I say no, I didn't know that. No, yes, you can do that. You give me the cooking pots, you take it to the company. Company will make it like brand new. You pay a little bit for that and you give it to you back. Мы могли сказать, вот отдайте ваши кастрюли, мы их улучшим, мы что-то с ними там еще сделаем, и они будут еще лучше или самыми новыми. And then we will take the cooking pots, go home, polish them with some products and stuff and give them back and get some money. So you were doing that to earn some money? Yeah, of course, because you are not sailing, you have to do something, not to eat. То есть когда у нас, мы жили за счет, естественно, процентов от продаж, продавать не получалось, и мы пытались продать что угодно, или гарантию, или уход за кастрюлями. Иногда предлагали сделать специальный уход за кастрюлями, брали их домой, сами мыли, чистили, возвращали и зарабатывали какие-то деньги. We were not stealing, we were not cheating, we just were doing something to get something back, which is money. Мы совершенно не никого не обманывали, мы ничего не воровали, мы просто пытались заработать деньги. Mm. You see? Do you understand what I'm trying to say? Понимаешь, о чем я? Mm. I can see, I don't know. I hope you understand what I'm trying to say. Я очень надеюсь, что вы понимаете, о чем я, что я имею в виду. So there is a misunderstanding about the system and this and that. We have to be careful with it. Потому что иногда возникает ошибочное понимание, о чем система. Я поняла.
поняла это. I understood. Okay. Хорошо. Короче, без просветления в школе делать нечего. So without enlightenment, I shouldn't be at school. It's impossible to be at school without realization. No, there will be no peace without realization. This is for sure. Что могу сказать наверняка, без просветления не будет покоя. Without peace you have nothing. Когда нет покоя, у тебя ничего нет. You have money, you have no peace, you are poor. Когда у тебя есть деньги, но нет покоя, ты бедный. You have health, you have no peace, you're sick. Когда still. Excuse me, could you repeat? Even if your health is wonderful, physical condition, you have no peace, it's that kind of an illness. Даже если ты в прекрасном физическом состоянии, ты полностью здоровый, но у тебя нет покоя, то ты беден. You can have millions. If you have no peace, then what are you doing? У тебя могут быть миллионы, но если нет покоя, то к чему все это? This is about peace. Это все сводится к покою, к спокойствию. And this is going to force you to inquire or to surrender. Это только заставляет тебя исследовать или смириться. Children are awakened. Дети, они пробуждены. And when you are, then they look at you. И вот они смотрят на тебя вот так. And you don't know what to do with it. А ты не знаешь, что с ними делать. Yeah. Yes, exactly like that. Yeah. When stay in that moment of not knowing. А ты побудь спокойно, замри в этом моменте, когда ты не знаешь, что делать. And you will. This is what I do. Yeah, and then you will see that your practical thinking will get activated, and something may come up as a technique or what has to be done or whatever it is. Но потом ты увидишь, что практическое мышление оно включилось и пришло, что делать, чем заниматься. Honestly, I don't even know how am I doing this. Если честно, я сам не знаю, как я этим занимаюсь. I come to these talks every day, you guys bombard me with questions, and I just don't know anything. And somehow the answer comes and is delivered, and that's all. See? Каждый день вы, ребята, сюда приходите и атакуете меня вопросами, а я не знаю ответов. Я сам не знаю, как я отвечаю. Каким-то образом ответы происходят. That's my secret. I don't know anything. Вот в чем мой секрет. Я ничего не знаю. Of all of what I learned in my life, I was left with a very simple knowledge: how to read and write, and some simple mathematics calculations. От всех моих богатых знаний, которые я приобрел в жизни, остались самые простые: как читать, писать, как подсчитывать, самое такое простое. All the knowledge that I acquired, which was a lot, which is not useful anymore, is gone. У меня было очень-очень много знаний, но практически все они, которые перестали быть необходимыми, ушли. When you realize that your mind is your mind, but not yourself. Когда ты понимаешь, что твой ум — это всего лишь твой ум, это не ты. Then your mind becomes like your secretary. It's like you're living with your personal PA all the time. PA, it's personal, personal assistant. Yeah. И когда ты понимаешь, что такой ум — это такой, тогда ты живешь с умом, как будто бы это твой личный секретарь, твой личный помощник. Remember to send an email to Ukraine to organize talk. Oh, thank you. Он ум появляется и говорит: помни, что тебе нужно написать письмо по имейлу в Украину об организации сатсанг. You haven't showered today. Oh, thank you. Ты сегодня еще не мылся. Спасибо. Whatever, you know what I mean? В таком духе. Вы понимаете, о чем я? And it happens by itself. It's just because thinking happens by itself. Это происходит само по себе, потому что мысли, они происходят сами по себе. Whether the quality of your thought is ideological or practical, all that comes up by itself, no effort. Неважно, мысли практического характера или идейного характера,
И те, и другие, они появляются сами по себе, без усилий. But if you don't identify yourself with that, когда ты не отождествляешься с мыслями, if you only see what you think, когда ты только видишь то, что ты думаешь, only conscious of what you think, просто осознаешь мысли, with no time, in no time, тогда мгновенно, with no effort, без усилий, легко, there will be a process, not even a process, but I have to use words of discrimination. Будет происходить этот процесс развлечения. Это не процесс, ну, так я выражаюсь. And if the thought is conceptual, it finishes there and then in its very place of origin. И если появившаяся мысль представляет из себя какую-то концепцию, тогда за счет этого развлечения она сразу же прекратится. If it is practical, если же появившаяся мысль практическая, the fit will follow. See? Она воплотится. Sometimes nothing will come up. А иногда ничего не приходит, ничего не появляется. That means I have nothing to say, nothing to do. Это значит нечего, не о чем говорить и нечего делать. Then you enjoy your little holiday, see? Наслаждайся отдыхом небольшим. Okay. Okay. Thank you. All right. Сюзан, shall I? Oh. Let me just talk to her, and then we go with this question. Come. Oops. До конца проснуться как? How to be awakened fully, totally? Ну я вроде. Ближе, пожалуйста, микрофон не слышно. Are you sleeping now? А ты что, сейчас спишь? Не пробуждена сейчас? Oh, you're awake. Сейчас. Есть пробуждение или нет? To be awake, быть пробужденным, means to experience without judging the experiences as being positive or negative. Означает переживать, проживать опыты, не оценивая их как хорошие или плохие, такие или сякие. As soon as you notice that you are thinking that this is good or bad or right or wrong, these thoughts will disappear, and this is awakening. Если же происходят такие мысли, плохо, хорошо, как только ты их замечаешь, мысли исчезают, и вот опять пробуждение, очнулся. Experiencing without conceptualizing is awakening. Enlightenment, self-realization, give it any name, it doesn't really matter. Проживание без формирования концепции — это и есть просветление, реализация, пробуждение. It's just a fancy name. Ну, все это просто забавные имена, ничего более. It means absolutely nothing. А все эти слова ничего не значат. Пробуждение, просветление и так далее. You are awakened many times during a day, but you don't know that there is a name for that condition. На протяжении дня очень часто есть это просветление. Просто мы не знаем, что именно вот такому есть определенное название, что это и есть пробуждение. Sometimes you are either free from thoughts. Бывает такое, что нет мысли. Or your thoughts are just practical. Или мысли происходят, но практического характера. And this is it. That's simple. Вот это оно и есть. Ничего такого. Practical mind, experience in absolute peace. That's all. Практический ум, который воспринимается в абсолютном покое. Ничего больше.
А я ощущаю. Actually, when you realize that which is conscious of the mind and the body itself is peace. На самом деле, когда ты понимаешь, что то, что воспринимает ум, то, что воспринимает, ощущает тело, это и есть тот самый покой. It no longer matters neither the quantity nor the qualities of your thoughts or the activities of the body. Тогда уже вообще не важно качество и количество мыслей или качество и количество действий. Peace is experienced all the way through. Постоянно испытывается, ощущается этот самый покой. You can be stressed in peace. И ты можешь испытывать стресс спокойно. Angry in peace. Ты можешь сердиться спокойно. Depressed in peace. Excuse me? Depressed in peace. Depressed. Ты можешь быть в депрессии, но спокойным. You may believe it or not, but that's a fact. Excuse me? You may believe it or not, but it is a fact. Ты можешь мне верить или нет, но действительно так и есть. Pleasure in peace, pain in peace, thoughts in peace, activities in peace, experiences in peace. That's all. Удовольствие и покой, боль и покой, опыты и покой, мысли и покой. You can be mad in peace. Ты можешь сходить с ума в покое. Я схожу с ума. I'm actually mad. I'm going crazy, actually. You're not crazy at all. В покое. You're not crazy at all. In peace. You're not crazy at all. You're capable to understand this. Ты не сумасшедшая, потому что ты способна это понять, это постичь. You are capable to have a little bit of an insight. Если есть способность понять это. You can have here a terrible mental condition, and here you can have so much peace. То неважно, какое психическое состояние будет происходить вот здесь, потому что несмотря на вот это здесь, вот тут будет тот самый покой. I also thought I was going bananas at the beginning. Как поначалу мне тоже казалось, что я сходил с ума. Because this is until your consciousness is not completely cleared from your ideological thinking, you will not experience peace permanently. Дело в том, что пока сознание полностью не очищается от идеологического идейного мышления, до тех пор этот покой не будет постоянным. See, you have peace now. Смотри, вот сейчас есть покой. You're in salsa, you listen to this talk, ha ha ha, la la la. There's no mind, there's no you, there's nothing. This is just isness. Есть сатсанг, есть ты, нет ума, вообще ничего нет, есть то, что есть. You are awakened. Это и есть пробуждение. But as soon as you get to the metro. Но как только ты заходишь в метро. See, and then you start seeing people, and they look at you, and then your old way of thinking switches on again. Ты начинаешь видеть всех этих людей, как они смотрят. И твой старый образ мышления включается. Ideas comes back. Возвращаются все эти идеи, представления. And these ideas producing some uncomfortable or comfortable sensation in the body. И все эти представления и создают комфортные или дискомфортные переживания, ощущения в теле. And people say, "See, sir, I know that I woke up, but I'm going bananas anyway." И мне иногда так говорят: «Цезарь, я точно знаю, это было пробуждение, я пережил это, а теперь я вообще схожу с ума». Because it has to happen. Ну, вот так должно происходить. See? Because all this now, all this ideological thinking has to get dissolved completely. Дело в том, что все это идейное мышление, идеологического характера, оно должно раствориться до конца. And it will not get dissolved unless it comes to the surface. Но оно here. Не может раствориться до тех пор, пока оно не покажется, не появится на поверхности. And they are burned. То есть вот тут оно в итоге-то появляется. By your indifference. И мышление
такого характера, оно сжигается за счет вот этого непричастного отношения. See, you are sitting in the metro and you see your mind shouting to the guy in front of you that is looking at you in a funny way. You are shouting. No, you can be in the metro, for example. Ну, допустим, ты сидишь в метро. And somebody look at you. И кто-то на тебя так посмотрел. See? And then your mind is shouting to the guy. See? И твой ум, он в ответ будет чуть ли не кричать этому чуваку, который как-то не так посмотрел. But you are indifferent to that. You ignore that. Но твое отношение будет спокойным к этому. If you really observe it. Если ты действительно заметишь этот ум. Have you seen a bird flying or a cloud passing by or whatever? Точно так же, как a bird is not you, a cloud is not you. В такой ситуации останется ровное отношение, несмотря даже на этот крик ума, точно так же, как ровное отношение остается тогда, когда поет птица или проплывает облако. I can see a bird passing by. То есть я могу наблюдать, как птица пролетает мимо. I see the bird. I'm not the bird. Я вижу птицу, я это не птица. So this is an object, isn't it? The bird is an object. То есть птица это объект, правда? And the thought is also an object. Мысль это тоже объект. Therefore, what you think is not you neither. Поэтому твои мысли это точно так же не ты. And if you see it in that way. И когда мысли воспринимаются вот таким образом. This thought cannot become an action. Эти мысли не превращаются в действие. The actual shouting and engaging yourself emotionally with the guy in front of you that is fancying you, it will simply not occur. То есть тогда фактически не произойдет вовлечение себя в действие в эту ситуацию, что какой-то парень тебе там подмигнул. And this tendency that is coming up in this moment. И то есть если даже внутри возникла какая-то реакция «да ну тебя», она останется внутри, и сам это «да ну тебя», оно не воплотится. It either disappears completely. И тогда, когда ты это заметишь, что произойдет? Или оно сразу полностью исчезнет? Only becomes smaller. Или уменьшится? This is it. И все. It all comes back to the same point. Все сводится к одному и тому же. To remain as an observer. Оставаться наблюдателем. Until you realize that there is not even an observer. До тех пор, пока не станет ясно, что нет даже наблюдателя. It's only observation. Все, что есть, это наблюдение. And this observation is peaceful, is itself peace, silence. Emptiness, nothingness, call it however you like. И это наблюдение само по себе спокойное. Такое наблюдение есть, этот покой, тишина и так далее, так далее. Называйте, как вам нравится. Is it complicated? I don't think so. Ну разве это сложно? Я так не думаю. To observe? Наблюдать. It's not even easy. You cannot not observe because you cannot not be the observation. In essence. Даже нельзя сказать, что наблюдать это легко, потому что это даже не легко, это естественно. Ты не можешь не наблюдать. То есть, по сути, наблюдение и так происходит, само по себе. What you find difficult, if not impossible, is to disidentify yourself from what you think. А вот что кажется нам сложным или даже невозможным, растождествиться, рассоединиться с тем, что наблюдается. And if you can't. И вот если у тебя не получается растождествиться, don't punish yourself. Не нужно себя корить за это. See? Don't say, oh, I'm doing it again. How stupid I am. When this is going to stop? And blah blah blah. Ну не стоит говорить себе, ну вот опять я вовлекся, вот опять и снова. Почему так? It's natural. It's a habit. Это ну вот так происходит, потому что это привычка. It's some people find impossible or difficult to give up smoking from one day to the other. То есть некоторые люди находят сложным, допустим, бросить курить изо дня в день. They even develop techniques. И они даже разрабатывают, применяют разные техники. One packet of cigarette, 20 cigarettes. Допустим, одна пачка сигарет
это 20 сигарет. I've smoked 20 cigarettes today. Tomorrow I buy another packet, but I will smoke 18 cigarettes, not 20. Вот, то есть в день я выкуриваю одну пачку 20 сигарет. Сегодня будет так, а вот завтра я выкурю 18 сигарет. Oh, you just don't smoke. Или говоришь, все, вообще не буду курить. And it's difficult, and then you grab the cigarette again and you smoke. But that's okay, it's not Но a problem. Сложно. И в какой-то и бывает, что рука все равно тянется к сигарете, и ты опять закуриваешь. Но в этом нет ничего страшного, потому что такова сила привычки. You are not committing a sin, you are not on a mission. Это не грех, это не нету здесь никакого задания, никакой миссии. All this sometimes takes a while to disappear. Но всякие такие штуки иногда просто требуется время, чтобы они полностью исчезли. Everybody struggles. Потому что все борются. У каждого происходит какая-то борьба. Rarely somebody wakes up now and the mind is completely reduced to ashes once for all in this moment. Очень редко так бывает, что произошло пробуждение раз и все, на этом все, больше ничего не всплывает, все ясно и понятно навсегда. В большинстве случаев происходит как бы взлеты и падения, ты это и ты не это, ты там, ты не там. Funny enough, even that is a play of consciousness. Funny enough. Самое смешное, что даже это, что получается, не получается, даже это является частью игры сознания. So take it easy. Поэтому не стоит так серьезно к этому относиться. Don't allow or don't let spirituality to stress you now. Enlightenment to be a stressful thing. Не позволяй духовности напрягать тебя. Enlightenment, awakening. When are we going to be fully awake? When? How? Просветление, ну когда же? Когда же полностью? Когда же навсегда? That's basically kind of a self-inflicted pain. Все это вообще-то как самобичевание, как самоистязание. Oh, I'm not enlightened yet. Еще нет этого просветления. Maybe if I do it harder. Ну, может, если я так сильнее сам себя получится тогда. А, mea culpa, mea culpa. Моя вина, это моя вина, это все я виноват. And then you grab the japa mala, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Хватаешься за четки, начинаешь повторять Om Namah Shivaya. If awakening really happens, you will laugh about the whole story. Если пробуждение действительно имеет место быть, ты будешь смеяться над всеми этими историями. That even all what you did in the past, it doesn't really matter. I'm telling you, it's just an appearance. It's a phenomenon in consciousness. That's all. Даже все, что ты делал или не доделал, не переделал до этого, до пробуждения, это все только была видимость сознания, просто некая проплывающая история, ничего больше. Это не так важно. Вот это сон. This is as real as when you go to sleep and you have all these dreams and images. Exactly the same thing. Он настолько же настоящий, насколько настоящие сны, которые мы видим, когда засыпаем. This is dream number one. That's dream number two. Это сон номер один, а сны того рода — это сон номер два. When you go to theater, imagine that you go to a theater that have two sections. Two halls. Okay. Yeah. То есть как в театре, допустим, или в кино, там есть два зала. Three halls. Или три. Because in one hall there's no movie at all. Даже на самом деле там три зала, в одном зале ничего не показывают. Then you go to that hall, it's no movie. Когда ты туда попадаешь, ничего не показывают. Nothing is happening, nothing is perceived. Ничего не происходит, на самом деле ничего не воспринимается. This is like when you are sleeping. This is when you are sleeping. Это когда ты находишься в состоянии глубокого сна. You are in that cinema hall. Без сновидений. Вот тогда ты в этом в зале без картинки, в зале без кино. No movie, no projection. Никакого кино, никаких проекций. Spiritual stress. Духовный стресс.
Everybody's on a mission. Все выполняют какую-то миссию. See, to get enlightened. По поводу связанного с просветлением. You will laugh, I'm telling you, at the end. В конце концов ты будешь смеяться, честно тебе говорю. When you realize that the essence of your existence is the peace that you are trying to experience, making effort to experience. You're making effort to experience what is already there, and it is already your own self. Когда ты поймешь, что этот самый покой есть ты сама, есть твоя суть. И все это время ты прилагала усилия, напрягалась, чтобы испытывать то, кем ты и так являешься. I'm telling you. Так и будет. Ничего не поделаешь. А что делать-то? Is there something to do? Nothing. Все уже случается. Honestly, you will find that the activities of the body all the way through were happening automatically. Whether the activities of the body were prompted by psychological conditional thinking or practical thinking, it was happening automatically all the way through. В конце концов, ты осознаешь, что все действия тело и так происходили сами по себе, независимо от того, эти действия, какие-то из них были обусловлены, а какие-то нет. Whether your thoughts were good, bad, right, wrong, you couldn't have helped it at all. Даже твои мысли, были они там неправильные, ошибочные, плохие, или наоборот, хорошие и правильные, ты ничего не мог поделать. Происходило так, как происходило. As crazy as it may sound. Как это сумасшедше не звучит? Ну так и есть. So, relax. Так что расслабься. Buy some popcorns, Coca-Cola. Купи попкорн, Coca-Cola. And watch the movie. И смотри кино. Sometimes the movie is entertaining, sometimes it's boring, no? Иногда кино показывают такое развлекательное, иногда скучное. At least you have your Coca-Cola and your popcorn, no? Ну, по крайней мере, okay. У тебя будет попкорн и Coca-Cola. Yeah. In reality, this is your entertainer. На самом деле, вот это и есть твое развлечение. А я кто? And me? Huh? Who am I? The entertained. То, кого развлекают. А еще кто-нибудь есть? Is there anybody else here? Nobody. Зачем? Никого. А зачем нет? Зачем никого нету больше? Why there is nobody more? Why there is nobody more? There is no why. It's just like that. Ну нет, почему? Вот так. Есть как есть. Ничего не поделаешь. А так бывает, что? Can it be that? Can you see that when you were thinking and ask a question, you saw the question and the question stopped. Can you see that? Ты заметила только что ты что-то подумала, начала задавать вопрос, увидела и сразу все ушло. That you couldn't finish your phrase? Что ты даже фразу не смогла закончить. Уловила, как это произошло? Even if the thoughts are getting expressed, even if you see or listen your thoughts with the sound of your words, if you see, then. Даже если мысли уже выражаются в словах, но если ты это замечаешь, осознаешь, тогда. If you see them, they cannot survive. Они не могут выжить, если происходит их
осознавание их. And that's it. И все. Very cheap. Очень дешево. You may find that there is an effort in witnessing the mind. Иногда может создаваться такое впечатление, что чтобы наблюдать за умом, необходимо прилагать усилия. The moment comes when you know that witnessing is just effortlessly, permanently there. Но в какой-то момент происходит понимание и непосредственное переживание, что наблюдение и так происходит само по себе, без усилий. Peaceful witnessing, silent witnessing. Спокойное, тихое наблюдение, созерцание. You believe me, you can have a terrible madness going on here, and here you will have a huge smile. И поверь мне, может также даже так происходить, что здесь у тебя просто сумасшедший дом, но при этом ты будешь улыбаться. You are not even smiling or laughing of your thought. You are smiling, you are happy, you are in peace, because that's your true nature. И эта улыбка, этот смех будет даже не потому, что ты отдаешь себе отчет в своих сумасшедших мыслях. Это счастье, потому что это твоя суть, это твоя истинная природа. You may have after, you may have to make an effort, not to laugh or to smile. А потом будет такое, что тебе придется прилагать усилия, чтобы не улыбаться столько, чтобы не смеяться столько. You won't be able to help it. Ты уже даже сам себя держать в руках не сможешь. First you apparently make an effort to stop thinking, then you have to make an effort to think. Сначала так кажется, что нужно приложить усилия, чтобы перестать думать, а потом будет так, что тебе придется напрягаться, чтобы подумать. First, you're trying to do something to be happy. То есть сначала так, что ты все пытаешься, стараешься сделать что-то, чтобы быть счастливым. Then you don't know how to stop being happy. А потом ты уже не будешь знать, как же прекратить, как же перестать быть таким радостным. That's it. И все. Okay. Это оно и есть. Хорошо? Shall we give a chance to someone else now? Дадим возможность кому-нибудь еще? No. Is that okay for you? Right? Okay. So we can answer all these tons of questions. Может, мы еще сможем ответить на эту тонну, кучу вопросов. Okay. Anyway, I don't understand anything. That's okay. No problem. Прекрасно. Ничего страшного. This is a question from internet. First in Russian, okay? From internet. А можно попросить Цезаря сделать медитацию по обнаружению своего «я»? Чтобы Цезарь словами мягко направил и вел наше внимание. I'd like to ask Caesar to make meditation for discovery the self. I'd like to ask Caesar, it's a question from internet, like a common question, to ask you to make meditation for discovery the self. Can Caesar with words gently direct and guide our attention? So the person is asking you with words to make this process of self-inquiry. Do it here.
is has been happening for 1 hour and 10 minutes. Ответ именно это и происходило уже целый час и сколько-то там минут. It's in English. Cesar, we love you very much. You are very important for us. Please forgive us our tenderness. And it's signed we. На русском Цезарь, мы тебя очень любим, ты очень важен для нас. Пожалуйста, прости нам нашу нежность. Nothing to forgive. Подпись мы. Цезарь говорит, да нечего здесь прощать. Thank you, so sweet. Очень спасибо, очень мило. Thank you. Самоисследование происходит. Есть ли необходимость посещать сатсанги? The question is, self-inquiring takes place. Is there need to attend satsangs? For some time. Какое-то время. See? For as long as you need it, welcome. Пока нужно, я рад вас видеть. This is why I don't set prices for this. Именно поэтому я не могу определить цену таким встречам. Because today you may be able to have something to give, tomorrow you can't. Something to eat. To give, donation, whatever. Yeah, sorry. Потому что, возможно, сегодня у тебя есть возможность оставить какие-то пожертвования, а завтра, возможно, нет. So I don't want you to stop coming because you cannot pay. Поэтому я не хочу, чтобы люди переставали ходить только потому, что нет возможности заплатить. Я буду отвечать на вопросы и общаться с вами, независимо от того, есть ли возможность оставить пожертвование. If you can, thank you. Если есть возможность, спасибо. If you can't, thank you. Если нет, спасибо. Makes no difference as far as I'm concerned. Насколько... Я могу сказать, ну, нет никакой разницы. This is not a business. Это не бизнес. See? Business is I give you something and you pay for that. Бизнес это когда я тебе даю что-то, а ты за это платишь. But here nobody's giving you anything. Но здесь тебе никто ничего не дает. It's already there. Оно и так есть. See? We are just doing like this. Я вот мы здесь только вот так делаем. I can't see the world. Where is the world? Я не могу видеть мир. Где же мир? I'm blind. I can't see. Слепой, не вижу. Oh, Jesus. Wow. Is it new? Is it coming now? Is it appearing now? Wasn't it there before? Ну неужели оно его здесь не было? Неужели оно не было здесь постоянно? You just realized that always existed. It was all the time there. То есть оно ниоткуда не появляется и не приходит, потому что оно всегда было здесь. Просто ты не осознавал это, не замечал это. Another question. Actually, the question is, can I influence on other people? And the story is about old mother, and she is aged, and she doesn't do anything. She doesn't want to eat properly. She doesn't want to take pills. And still, I want to, like, to make her eat healthy food, and I want her to discover her true nature. And I interfere all the time. So, shall I do like this? Can I influence on other person? Do as I do. Делай так, как делаю я. Do your best. Делай все, что от тебя зависит. And forget about the rest. И забудь об остальном. You may succeed, you may not. Получится, может быть, у тебя получится, может быть, нет. You may understand, you may not. Может быть, будет понятно, может быть, нет. If you understand, it's okay. Если есть понимание, прекрасно. If you don't, it's also okay. Если нет, тоже прекрасно. We can't force. We can force. We cannot force anybody. Just one second. I didn't say it in Russian. Извините. Yeah. Сам вопрос был, можно ли влиять на другого? И история была, что я стараюсь повлиять на свою маму, она кушает, смотрит телевизор, ничего не делает, и спит, и болеет, и так далее, и так далее. Я вмешиваюсь в нее, хочу ее поменять, поговорить, хочу, чтобы познала, хочу, чтобы очистилась, чтобы захотела, чтобы вылечилась, освободилась. Так можно ли влиять на другого?
You can force a donkey, you see, to you can force a donkey to walk to a water tank. Ты можешь заставить осла подойти к воде. But you will never force a donkey to drink the water. Но ты никогда не сможешь заставить осла попить воды. The donkey will drink the water only if it is really, really, really thirsty. Осёл выпьет воды только тогда, когда он действительно хочет выпить. It will be so thirsty. That before you make the invitation, the donkey already run over you and went to the water tank. Sorry, I got lost. really? Yeah. If the donkey is really, really, really thirsty, nearly dying out of dehydration. Осёл только тогда, когда он действительно уже хочет пить, когда он действительно уже просто обезвожен. Before you make the invitation to the donkey already will run over you and run to the water tank. Вот тогда, если он действительно хочет выпить воды, он не будет ждать твоего приглашения. Он через тебя перебежит и только чтобы напиться воды. Honestly, sometimes I repeat this. You know, how many donkeys are here? No? How many donkeys are here? So how many donkeys were brought here? No, it's true. Use words, you know, it's an analogy. Don't take it personally. It's a way of speech, you know, yes. Come on, try. How many donkeys are here? Anyway. No more questions then? Finish? Let's, no, there are questions. Okay, well, this one then we go back. Shall I translate? Yeah, yeah. Вопрос. Сколько здесь ослов? Сколько ослов сюда приходило за все это время? Come, you have to meet Caesar. This guy is amazing. No, I don't want to go. Come. You force here. Ты должен увидеть Цезаря, этого парня. Он такой классный. Ну давай, пойдем. И тащишь. No, I'm saying this because I sometimes I repeat. In this case, it's good to repeat this. I feel like. Я это говорю, может быть, я повторюсь, но мне кажется, я чувствую, что сейчас стоит это повторить. Some of you guys are, we became friends, close friends, one can say. С некоторыми из вами мы стали друзьями, даже можно сказать близкими друзьями. And we spend some time together. Sometimes we travel together for long time. И иногда мы проводим время вместе, иногда путешествуем, иногда мы вместе находимся длительное время. And if they don't ask any questions about this particular subject, I don't say anything. И вот эти ребята, они меня знают. Если они же не задают вопросы, то я не разговариваю, я молчу. Because there is no interest in saving anybody or any of that stuff. Потому что у меня нет никакого интереса спасать и всякое в таком духе. Because for me there is nobody to be saved. Everybody is okay. Everything is okay. Потому что для меня нет никого, кого нужно спасать. Для меня у всех все в порядке. Со всеми все в порядке. If they ask, then... Очень травмирует меня, но это правда. Как, то есть, когда меня друзья спрашивают, задают вопрос, это я отвечаю нормально. А можно ближе микрофон? Ну, я говорю, что Цезарь все правильно говорит. Ближе, я просто тоже не слышу. Цезарь все правильно говорит, но меня это, конечно, травмирует, как эго.
Сиза, all what you are saying is correct, but I am getting traumatized. Actually, my ego is getting traumatized by all what you say. I'm very happy for that. Я очень рад. Я бы сейчас с радостью от него избавилась бы полностью, но. I would be glad to get rid of ego at all. Но это ужасно страшно. It's very scary. Is the ego there? А что, есть эго? Have a look. Посмотри. Вот тут есть ли эго? Я уже его не знаю. I already don't know really. Where is it? Look for the ego. Где эго? Поищи. Where is it? Где оно? Look outside, look inside. Where is the ego? Поищи снаружи, поищи внутри. Нет, ну так-то понятно, что нет. А когда приходишь домой, то оно есть. Of course, like it is clear. Like when it is now, like now, it is clear. But you know, when you get back, go back home, then. When you get back home, then you remember what you were told here. Когда ты приходишь домой, вспомни то, о чем говорили здесь. One simple advice repeated 1,000 times. А здесь говорят, дают один и тот же простой совет тысячу раз. One simple advice 1,000 times repeated. That's all. Один простой совет, который повторяется тысячу раз. Somehow something happened here. So I don't know how it works. I know that it works. Каким-то образом что-то здесь происходит. Как это срабатывает, я не знаю. Но я знаю, что это работает. That's the whole purpose of being together. И, в принципе, в этом как раз и смысл собираться вместе. For you to realize that peace, happiness, love, true joy is here now. Для того, чтобы стало ясно, что покой, счастье, истинная радость, любовь и так и есть здесь and, и сейчас. And that it is your true nature. Что это и есть твоя суть, твоя истинная природа. Это невозможно, это поверить. And here you are given the tools to survive your mind when you are out of here. But I can give you the tools, but I cannot use them for you. И здесь также тебе даются средства, инструменты, чтобы ты смог пережить свой ум, когда ты не здесь. Я, то есть эти инструменты и средства, они даются, но я не могу за тебя их применять. I can cook for you. Я могу для тебя приготовить. I cannot eat for you. Но за тебя покушать я не могу. You have to eat. Съесть нужно тебе. Цезарь, ты столько делаешь, а до меня все не доходит. Сиза, you are doing so much, but still I am not getting. Getting what? Что не доходит? Ну, то, что вот любовь, покой. Why don't you apply the advice now? Почему бы тебе прямо сейчас не воспользоваться этим советом? It's not working because you are still seated here now, giving advice in this moment, the advice is not implemented. Если не работает, это означает, что ты сейчас, сидя здесь, и когда тебе все рассказывается этот совет, ты его не используешь. Поэтому не работает. His advice is follow. Guarantee. Okay. Я тебе гарантирую, если ты последуешь этому совету, that peace will be there. It покой works. Проявится, потому что это работает. The witness works. Быть свидетелем, это работает. Look, it works. Look at that. Вот смотри, работает. It's working, yeah. И там работает. See, you are a proof of what I just explained a few minutes ago. И ты доказательство того, что я объяснил несколько минут тому назад. Because your mind is still popping up, you see? То есть твой ум все там еще всплывает, выскакивает. And yet you are so happy. Но вместе с тем ты такая счастливая. Несмотря на это, ты счастлива. Then leave the mind alone. Оставь ум как есть.
Let it come and go. You be happy. Позволь ему приходить и уходить, а сама оставайся счастливой. Be happiness. Будь счастьем. Хорошо? Договорили? Договорились. That is as much as I can say to you now. Больше я ничего не могу тебе это сказать сейчас. Это минута дорогого стоит. Это минута дорогого стоит, говорю. Я не слышу. Но это минута дорогого стоит. Скажи, что хотя бы минуту побыть в спокойствии, это уже... You know, this minute of peace, to да. be in peace, it's уже... very valuable. Да. It's very valuable. Mm-hmm. It's already something. Mm-hmm. Mm-hmm. Хотя бы минуту в своей жизни побыть в спокойствии. To have at least one minute in life in peace. That's it. Прекрасно. Then 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 1 hour, 24 hours. А потом будет 2 минуты, потом 5, потом час, потом 3 часа, потом 24 часа. In reality, you don't have a minute of peace. На самом деле, это не так, что это была минута покоя. You have a minute of the absence of ideas. Это была минута отсутствия идей, представлений. It's not peace what is coming and going. Это не покой приходит и уходит. It's mind which is coming and going. Это ум приходит и уходит. Let it come and go. Позволь ему приходить и уходить. And you will see that peace is all the time there. Пускай ты заметишь, что покой постоянно есть, всегда. Okay. Thank you. That's sweet. Can I? Do you mind if I answer one of these questions? Yes. What is извините, на русском? First in Russian. Что такое страх? Зачем он нужен? Как избавиться от страха? The question is, what is fear? What for fear is there? A thought. And how to get rid of fear? Get rid of the thought, fear goes away. Страх – это мысль. Избавься от мысли, и страх уйдет. The thought, the fear is created by an idea. You remove the idea takes the fear away from you. Страх появляется из-за идеи, из-за представления. Когда ты устраняешь идею или представление, тогда уходит страх. Russian. Цезарь, судя по твоим словам, ты просветленный, и я просветленная. Но если я сейчас сяду на твое место через 5 минут, если я сейчас сяду на твое место через 5 минут, здесь никого не будет. В чем между нами разница? Спасибо. Caesar, according to your words, you are enlightened, and I am enlightened too. But if I take your place, in 5 minutes there will be nobody here. So what is the difference between us? Huh? You are saying that everybody is enlightened, but if somebody from the audience will take your place, there will be nobody left. I don't know. That's speculation. Это некое умозаключение, что никого не будет that, через 5 минут. That's an idea. Идея, представление. Mm-hmm. That if this gets done, this is going to happen. Что если будет вот так, то тогда произойдет этак. You come here, I go there, and see what happens. Давайте выйдите сюда, я сяду в другое место и посмотрим, что произойдет. That's a way of speech. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Imagine that you you have to take an exam tomorrow. Вот представьте, что завтра вам нужно сдать экзамен. And you are studying like a madman. И вы учитесь как сумасшедший. See?
And then you're asking question to yourself, and you know the answer. You are replying to yourself. И вы сами себя проверяете, задаете вопросы, отвечаете, все знаете. And you wait 1 hour to see if you will remember. Then you ask the question again, and you know the answer. Через час вы опять проверяете себя, помните ли вы, задаете вопрос, все помните, все отвечаете, прекрасно. I'm ready for the test. Я готов к экзамену. And you go to sleep. Вы отправляетесь спать. Mm. And you wake up in the morning. Утром просыпаетесь. See? Then you are again stressed. И опять нервничаете. Why you are stressed? Почему? Почему стрессуете? Because of the exam? Из-за экзамена? Because of what is happening? Из-за того, что происходит? Or what is going to happen? Или из-за того, что произойдет? You're stressed because of your mind. Нет, этот стресс, это напряжение создается из-за ума. How is it going to be? А как же будет? Will I pass? Will I not pass? Я пройду, я сдам экзамен или нет? Will I have good marks, bad marks? Я получу хорошую оценку или нет? See, this is what is creating the fear. И страх создается из-за таких мыслей. An idea. Из-за идей. And this is the moment to inquire. И именно это момент для исследования. Who is afraid? А кто боится? And peace is back, so to speak. И покой возвращается, так скажем, возвращается. I gave these tools to children once. It's not that I do this regularly. I was taken to a school in Germany. Однажды меня пригласили к детям, и я говорила об этом, и вот эти вот средства, я как бы поделился ими с детьми. Обычно я не общаюсь с детьми, но однажды произошло так. And the general question is how not to be nervous at the moment of taking a test, undertaking a test. И самый распространенный вопрос – это как не нервничать тогда, когда ты уже пишешь экзамен. I said, put the pencil down. И я тоже был такой вопрос у кого-то из детей. Я сказал, отложи ручку. And see who is stressed. Отложи ручку и посмотри, а кто нервничает, кто переживает. And they did it. И я это рассказал детям, и они так сделали. Because they are innocent, they trust. Потому что дети, они невинны, они доверяют. And then I started receiving some feedback from the children, from the parents. It works. Better qualification, even in the house, the child are more peaceful, less stress and stuff. И после этого я стал получать обратную связь от детей, что это действительно работает, даже от их родителей, что дети не только спокойно сдают экзамены, но даже атмосфера в доме стала более спокойной. There was a girl that I went to the school in the morning, and at night the girl was in satsang, and the girl brought the mother to the talk. Однажды был такой случай, утром я пришел в школу к детям, а вечером на сатсанге, то есть на такой уже встрече конкретно по этой теме, одна девочка с этой школы привела родителей. 9 years old. Ей было 9 лет. We made a simple exercise. В этой школе, когда я находился, мы сделали одно очень простое упражнение. Look at the boat hanging on. There was like a nice boat hanging from the ceiling. В классе там висел какой-то красивый корабль, он свисал с потолка. И я им сказал: посмотрите на корабль. And I told them, just observe. Я сказал: посмотрите, просто понаблюдайте за ним. Look for the details. Посмотрите внимательно на детали. And I wait for some time, leave them alone for 1-2 minutes only. И я дал им какое-то время, оставил их позаниматься этим на 1-2 минутки. And I asked them, I asked, how do you feel? А затем я спросил, что происходит, как вы себя чувствуете? And one girl says, there is so much freedom here. И одна девочка сказала, здесь так много свободы. So freedom is here. То есть свобода, она здесь. All everyone says, oh, peace. А еще кто-то сказал покой. Кто-то сказал тишина. Кто-то сказал мне так хорошо. It works. Работает. What to do? Что ж поделаешь? Can we? It is the finish the question or no? It's more the same question.
No, no, this one is finished. Ah, this one is finished, so let's go with my friend. Слушай, я нередко ловлю себя на том, что я начинаю думать, что я не думаю. Прям так сосредоточенно, я не думаю, я не думаю, я не думаю, я... Ой, вот с этим можно что-то сделать? Потому что оно как-то не то, чтобы мешает, но уже надоело. Вы ловите себя на том, что вы думаете, что вы не думаете. Да, вот так сосредоточенно думаю мысль, что я не думаю. You know, I have noticed that somehow I'm thinking that finally I'm not thinking. And I can see this as even like a strain that not to think, not to think. What to do? I didn't say not to think. Я не говорил не думать. I say witness your thoughts. Я говорил наблюдай за мыслями. When I say, I didn't say not to think. I said. Я не говорил не думать. I cannot tell you not to think. You can. It's impossible. Я не могу сказать тебе не думать, потому что невозможно не думать. Spontaneously you can be free from thoughts or not. Может происходить так спонтанно, что ты свободен от мыслей. But if you witness your mind. Но когда ты наблюдаешь свой ум. The wheel of your thoughts slows down and stops. Поток твоих мыслей, череда твоих мыслей замедляется и прекращается. And there is yours, witnessing is there. И все, что есть, это свидетельствование, наблюдение. And there is silence. И тишина. And then you may at that moment realize that that's your true nature. И возможно, вот в такой момент. Когда нет мысли, произойдет осознание, что эта тишина это и есть ты, твоя истинная природа. Then the mind will come back. It has to come back. Но затем ум вернется, потому что он не может не вернуться. But it will not bother you anymore. Но ум больше не будет тебя беспокоить. And your conceptual thinking, due to this witnessing, will disappear. И благодаря такому наблюдению мысли концептуального рода постепенно исчезнут. Молодец, да. Вопросы еще. Would you like to answer these questions? No, you can. Yeah, пожалуйста. Добрый вечер. Good evening. Хочу пожелать любви и тепла. I would like как приветствие. To... It's my greeting is I would like to wish you love and warmth. 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 No. I take the love and you give the warmth. Непереводимо. Thank you. Thank you. Shall I translate? Собственно, я все слышал, что тут... Ваши пожелания, Цезарь ответил, любовь и червячки. Дело в том, что если произносить не совсем точно, то слово «тепло» звучит практически как «паразиты». Ничего страшного. Цезарь пошутил. Любовь я принимаю, паразиты оставляю себе. Все хорошо, ничего страшного.
Я здесь много чего слышал. Закрался один вопрос. После того, как приходит покой, когда приходит осознание себя абсолютом, к чему рвется душа дальше? There is no soul. There is no soul after realization. There is no soul before realization. По поводу души, которая рвется, нет ее и не было. То есть состояние покоя — это единственная реализация, которая есть у человека. So the state of peace, it is the only realization which a person, which a human being has. Yes. Да. Когда пчелка поймет то, что она абсолют, она перестанет приносить мед. What about a bee? When a bee, you know, will realizes that a bee is absolute, does it mean that a bee will finish making honey? No. Wait for let the bee to come here and ask the question. You take care of yourself. Давайте так, пусть пчелка сама прилетит и задаст вопрос. The bee is not concerned about you, what is going to happen to you before, after. The bee is not concerned about you at all. You better get out of the way before the bee bites you. Вот пчелку вообще не заботит, что там с тобой будет происходить, до или после. Ее вообще ты не волнуешь. И ты даже о пчелке не думай, лучше вовремя убегай, потому что если она появится, она тебя укусит. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Is what happens with a person after awakening? Что происходит с человеком после просветления? Не совсем. Not really. Not really. Then я имею в виду просветление, о котором говоришь ты, Цезарь, это естество. Quite interesting. Excuse me. Я имею в виду просветление, о котором говоришь ты, Цезарь, это естество, и в этом нет работы души. В этом нет работы души? Здесь она не растет, здесь она просто пребывает. See, the enlightenment, as you are saying, is just easiness, and in such easiness, as you put it, there is no place for development of a soul. How? If there is no soul that you can, there is no soul that you can possibly develop. Да нет никакой души, которая может развиваться. Who is the soul? Что такое душа? I. Я. Isn't it that a thought? Разве это не мысль? If the thought disappears, the soul disappears. Когда исчезает мысль, исчезает душа. And life goes on happening, you see? И жизнь продолжает случаться, продолжает происходить. With or without soul, you see? С душой, без души. I always make a difference when I hear the word soul. Я всегда, когда слышу это слово душа. I make a distinction between, for the sake of communication, between soul and spirit. Я всегда делаю различение, ну вот ради понимания друг друга, между такими понятиями, как душа и дух. There is only the spirit. Есть только дух. And the spirit is all there is. И дух — это все, что есть. Formless form. Бесформенное и формы. Relative, absolute. Относительное и абсолют. But somehow. Но каким-то образом. What was the word that I used? The spirit. It starts identifying with all the forms that are contained within itself. Этот самый дух стал отождествляться со всеми формами, которые содержатся в нем же. And think is the form, the body. И дух думает, что он — это форма, тело. This I thought. И мысль, вот это я мысль. This I sense.
вот это ощущение самости, ощущение я. Is what you call soul. Вот это и называется, вот это то, что ты называешь душой. When the scripture says that awakening means that the individual souls merge in the spirit, the individual merge in the spirit, is that this idea gets dissolved in the spirit. The idea, I am the body, the idea that the spirit, the reality is limited to a particular form, disappears. That's the meaning of that. Когда в Писаниях говорится, что индивидуальная душа сливается с духом, или индивидуальная индивидуум сливается с абсолютом, имеется в виду, что вот эта идея «я есть тело», «я — это форма», это она исчезает. А эта идея, она возникла... Сиза, could you repeat last part? So this idea dissolves. This. And this idea, the spirit has this idea. Yeah. That idea merges in its place of origin. То есть идея сливается с источником, от, тем источником, откуда эта же идея возникла. See? The spirit thinks that. Это дух так думает. So the thought merges into the thinker. It doesn't come back again. И получается мысль из этого источника, она же туда же возвращается. It does not reincarnate. И мысль не перевоплощается. Means this thought is not there anymore. Что значит не перевоплощается? Это мысли, ее больше нет. You don't look satisfied. Это все я понимаю. Ты не выглядишь довольным, удовлетворенным. Ну переведи. Я не об этом. Это уже опустили, и мы говорим о другом. I'm not about this. I didn't mean this. We are about something else. Ум и тело — это инструменты, так ведь? A mind and a body — it's instruments, isn't it? Для чего эти инструменты? What for these instruments? Mind and body. What for? Why not, you know? What is the purpose of such instruments? To be able to perform your duties, you know, daily life. Чтобы иметь способность выполнять свои обязанности в повседневной жизни. You don't know how to read and write, to count this and that. If you don't, if you, thoughts is a functioning of existence. Мысли — это форма функционирования, существования. Потому что, ну, если ты ничего не знаешь, если ты не знаешь, как считать, как писать, same, как читать. In the same way, the nature of the wind is to blow, the nature of... Нет. А для чего нам проживать этот опыт вообще, вот эту жизнь? But what for to have this experience of living life? Is why not? А почему нет? Imagine an existence without experiences. Представь себе существование и никакого проживания, никакого, deep, никаких переживаний. Deep sleep for the eternity. Представь себе состояние глубокого сна вечно. I will pass the question back. What is the purpose of such existence? Я тебе возвращаю твой вопрос. А в чем цель такого существования? Then the spirit. Есть ли смысл в ничем? Has a power within itself. Дело в том, что. Я говорю о том, чтобы. Кто познает кого? Господь через нас или мы Господа через какой-либо опыт? И если он этот опыт, если мы просто добиваемся покоя и ни к чему не стремимся, по факту, мы просто хотим оставаться в своем естестве. There's no question. It's not questioning reality. It's like kind of an intellectual debate. Переведи, пожалуйста. Вопроса на самом деле нет. Все, что происходит, это всего лишь интеллектуальная дискуссия. Kind of a debate. То есть такие как спор происходит. And I am about to quit. И я уже готов сдаться. If you don't mind. Если вы не против. Я готов максимально отойти от этой дискуссии, если бы были слова какие-то, которые выражали именно чувства. Но нету, поэтому приходится ограничиваться дискуссией подобной. Ну просто. Но реально хочется понять, Цезарь. К чему стремишься ты, вот, собственно, кроме покоя? I would like really to understand, except of peace. Do you, are you looking for something? Everything is there. Да все уже есть. What is there to look for? Зачем к чему-то стремиться? Everything is there. Все есть. I may look for food because I may be hungry. I may look for money because I need to buy food. I may need to buy a medication because I have a headache, but
Я могу искать, допустим, еды, если я голоден, денег, если нужно что-то купить, лекарства, если болит голова. If you're asking if I have any target. Но если ты меня спрашиваешь, есть ли у меня какие-то цели, задачи? Any goal? Any purpose? Какие-то, какой-то смысл, какое-то назначение? Not at all. Вообще нет. I am absolutely purposeless. Я абсолютно бесцелен. And absolutely meaningless. Я абсолютно бессмыслен. Бессмысленен. Can we finish now? Мы можем уже закончить? Нет. Yeah. No. Последний вопрос. And the last question. All right. Хорошо. Стоит ли стремиться к способности восприятия естественного течения энергии? I don't speak English. Never mind. It's very clever. I can't translate. It's too clever, no? This is what I'm saying, it's too clever. Можешь, зачем обманываешь? Too clever, it's too clever. Our intelligence is very limited. We cannot deal with you. Please. This is what I meant. Tell them. Our intelligence is very limited. Нашего ума не хватает, чтобы ответить. We don't know what to do with you. Не знаем. Всем спасибо. Пожалуйста. Okay. Question? No more question. One question from there. Come. I actually would like to take a seat. No, you can't sit. I do. Chill out. Ты можешь сесть. Остынь. Ты можешь сесть рядом. Если хочешь, можешь посидеть рядом. Бери конфетку и успокойся. I understood. Wow, it's cool. Hey, take another one. Okay, off you go now. Теперь можешь идти. You understood? I got the point. Fantastic. You already made a point. You said what you have to say. Now you can go back to your place. Прекрасно, ты понял? Ты сказал. Mission accomplished, no? Миссия завершена. Mission accomplished, then you can go back there. Finish. Теперь можешь вернуться на место. Хорошо. Ты сказал все, что должен был сказать. Молодец. Never mind. Yes. Не обращайте внимания. Don't you mind if I sit here? I don't mind you sit here, there, what difference does it make? Я не против. Нет разницы, ты будешь сидеть там или тут. As long as you don't sit on my lap, everything is okay. Главное, не садись мне на колени. I agree. Договорились, хорошо. Давай попробуем. Я бы хотела поговорить про ловушки. I would like to talk about traps. Traps.
Ловушки. That is self is a trap. Это уже ловушка. Ментально понимаю все. Mentally I understand everything. И я бы хотела узнать, как избавиться от такой ловушки, перестать жалеть себя. I would like how to get rid from the trap when you feel self-pity. No. Inquire. Исследуй. Who feels pity? Кто жалеет? Кому жалко? See, whose pitiness is this? See, I try to get rid of a trap, you see, but I can't. You see, what is... Вот видишь, пытаюсь избавиться от ловушки, у меня не получается. It's a trap. It's a trap sitting here. Я вот попался в ловушку, вот она сидит. How to get rid of the trap? You ask. Как избавиться от ловушки? Я попался. Как вылезти? You ignore the trap. You ignore the trap. Игнорирую ловушку. See? You know the trap leaves you alone. Не обращай внимания на ловушку, в которую попался, и ловушка оставит тебя в покое. Очень долго это все происходит. But it takes too much time. When? For whom? Для кого долго? Who is the measurer? Кто там замеряет сколько, как долго? Who says it have to go in one day, one second, one minute, one year? Кто говорит, что это должно пройти, покинуть тебя за одну минуту или за один день или за один год? That's another trap. Any idea is a trap. То есть это следующая ловушка. Любая идея, любое представление – это ловушка. Any thought is a trap. Любая мысль – это ловушка. Any belief is a trap. Любое убеждение – это ловушка. What is the sense of pity now? Если сейчас это жалость к себе, она присутствует как вот как фон, как ну так же как и покой. You know, it is вот прям there, параллельно идут. It is there like a background. It is present in the same way like peace. Peace and self-pityness simultaneously are there. Between the two, who are you? Ну, а из этих двух ты кто? Does it have any power to take this happiness from you? Разве эта жалость, она может овладеть тобой, лишить тебя этого счастья, этой радости? No. Нет. Exactly. Так и есть. Но бывает так, что она очень сильно захватывает эту жалость. But sometimes this self-pityness takes me, overwhelms me totally. Что буквально я даже не могу наблюдать ее. Wait for the next time. See? Подожди следующего раза, когда захватит. See, you're worried already for the next feeling of pity. Ты беспокоишься наперед о следующем разе, когда тебя захватит эта жалость. See, that's another trap. Это еще одна ловушка. You wanted to talk about traps, then let's talk about traps. Ну вот, хотела поговорить о ловушках, мы о них и говорим. Can you see that? Excuse me. Ментально все понимаю. Mentally I understand everything. Leave the sense of pity to be there. Хорошо. Вот эта жалость, пусть будет как есть сейчас. Just witness it. That's all. Просто понаблюдай за ней. I'll give you 30 seconds. Даю тебе 30 секунд. See, not even one second. Видишь,
Это не заняло даже одной секунды. This is not mental intellectual understanding. This is an actual experiencing. Вот это понимание, оно не от ума, оно не интеллектуальное. Это непосредственное переживание. Self-pity is there. It doesn't really matter. Это жалость к себе есть, но это не так уж важно. It's an idea. Can you see? Это просто некая идея. It's only a thought. Только мысль. The self, the sense of pity is false. Это чувство жалости, оно ложное, фальшивое. And the self is also false. И вот это вот я, которую жалко, она тоже фальшивая, ложная. Мне жалко себя, вот это себя тоже не настоящее. Oh, time over, no? Time up, okay. Can you see that? Unfortunately, can you see that? Можешь это увидеть сейчас? Я быстрее занята временем, которое уже закончилось. Now I'm occupied with the time which is finishing. Yeah, unfortunately, yes. Да, к сожалению, время. Then you can come, you can be the first one tomorrow. Тогда завтра вы можете быть первой, хорошо? Okay. Спасибо. All right. Yeah, thank you.